like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Привет, я снова начинаю снимать влоги, потому что у меня была подруга Настя в гостях 10 дней. И эти 10 дней я особо не снимала разговорные видео. За это время много чего произошло, поэтому постепенно я вам буду все показывать, рассказывать. Также хочу сказать, я сейчас немножечко приболела. Вот у меня немножко кашель и насморк. Итак, начинаем показывать вам свои новые продукты в косметичке. Первое, это у нас идет вот такой вот карандаш. Вот, он идет для глаз, то есть вот тут вот прокрашивать. От фирмы Ivan. Вот такой вот зелененький, красивенький. Дальше идет вот такая помада. Kiss Creamy. Она кажется очень такой яркой, да, может показаться. Но на самом деле она не яркая. Но я могу вот здесь вот вам показать. Вот. Такой вот красивый цвет. Смотрите, какого она цвета. На губах оно еще даже не такое яркое смотрится. Поэтому такая вот у меня теперь есть помада. Вот такая вот. Новенькая тоже. От Ivan. В общем, показываю вам помаду. Вот такая вот. Она идет не такая яркая. Вот я могу даже сейчас накрасить. Но мне нужно зеркало сейчас. Секундочку. Я без зеркала не смогу. Я накрашу только нижнюю, чтобы не этот, немного было стирать. Вот. Мне очень нравится. В принципе, это из моей косметички, которая у меня сейчас состоит. Это все. Сейчас я пойду на второй этаж и покажу вам еще несколько там продуктов, но они больше уходовые. Поднялась на второй этаж. Пока что я буду без помады, я ее стерла. Вот, в общем, начинаю показывать, что у меня еще получилось. Здесь есть, ну, так как и уходовая косметика, так и просто декоративная. Вот, давайте начнем с самого вот такого. Это у меня шейк Bubble Watch. Вот, это типа как гель, такой вот гель. И дальше, ну, он самый обычный, я не знаю, что еще рассказать, показать. Вот так вот. Дальше у меня идет вот такая вот гиалуроновая тональная сыворотка. Как вам ее показать? Ну, в общем, вы поняли. Она так вот откручивается. Как бы зажимается, опускается, набирается. И потом вот так вот ее наносишь на лицо. Я еще не пробовала. Честно, на руке попробовала. Вроде бы как тон подходит, плюс я еще загорела, и я думаю, он 100% должен подойти. Так, дальше у меня идет вот такая вот пенка для умывания. Вот. Такой вот штучкой. Я еще ею не пользовалась. Возможно, я уже буду пользоваться, когда буду в квартире. Возможно, в общем, не знаю, когда. Но вот такая вот пенка. Покажу поближе. Вот такая пенка. Потом вот такая вот сыворотка. Такой вот гель.
Дальше у меня идет вот такая вот маска. Она идет тоже, в общем, для лица. И она, по-моему, идет такая бирюзовая. Да, вот смотрите, бирюзовая такая. А, вот. И еще вот такая вот маска. Она прозрачная, по-моему. Да, она такая прозрачная, но зелененькая. Она такая салатовым отдает немножечко. Ну, скорее всего, она с алоэ. Потом вот такой вот крем, я его сейчас тоже открою, вам покажу поближе. И вот такой вот крем. Тоже сейчас открою, покажу поближе. Вот такой вот крем. Он идет белый. И второй вот такой вот. Он идет такой розовенький. Честно говоря, я редко вижу розовые крема. Обычно там какие самые такие стандартные белые, там, да, какой-то светло-розовый, там вот такой вот, но такой розовый. Но здесь лепестки розы можете увидеть. Когда я этими кремами, там вот этими всякими масками попользуюсь, я вам обязательно расскажу результат, понравилось, мне не понравилось. Скорее всего, я это все буду снимать во влог, и вы увидите, как я этим всем буду пользоваться. Еще один продукт, который я вам не показала, это вот такая вот тушь новая. У меня та уже заканчивается, которую я обычно крашусь, такая, ну, черная обычная. Вот, поэтому теперь есть новое. В принципе, честно говоря, не могу пока что ничего сказать за кисточку. Еще ни разу не красила ею, поэтому ничего не могу сказать. Но очень надеюсь, что она будет хорошая. А, вот, когда я попробую, то я вам обязательно расскажу свои впечатления. В принципе, было все из косметики. А сейчас, чтобы вы понимали, только вчера уехала Настя. Вот, я ее провела на поезд. И на самом деле мы просто так быстро время пролетело. 10 дней. Я не представляю, если бы она приехала на 7. Это было бы очень мало. Прямо очень мало. Вот. А 10, ну, это мало было, но как бы более-менее еще, да? Вот. Поэтому я сейчас только буду начинать выгружать какие-то шортс, потому что у меня не было на это времени абсолютно. Вот. Сейчас буду выгружать. Этот влог, скорее всего... Ну, я сейчас снимаю в среду, он, скорее всего, выйдет в пятницу. Ну, либо же в четверг, я не знаю, честно, как я это все смонтирую, как получится и так далее, вот. Поэтому вот так вот я снова возвращаюсь, пытаюсь снимать регулярно влоги. Еще, как ни крути, но уже, считай, через месяц будет школа, вот. Поэтому я уже совсем скоро буду делать свой дневник. Я вот последнее время, когда я учусь онлайн, я не покупаю себе дневник. Потому что я не вижу в этом смысла. Мне удобнее, когда я просто покупаю тетрадку на 36 листов, и потом я просто в клеточку расчерчу вот так вот дни, и все, я туда пишу задания, я себе делаю специальные окошки еще для своих дел, туда я вписываю, чтобы у меня все в одной тетрадке было, я знала, что мне нужно сделать как бы кроме уроков, да, и что мне нужно сделать в теме уроков, вот, поэтому у меня так намного проще, чем у меня там свои дела какие-то в одном блокноте, по учебе дела там в дневнике, да. Вот поэтому мне так намного проще. И я уже совсем скоро куплю тетрадку себе и буду расчерчивать, покажу вам, как я это все делаю. А так, особо планов сегодня нету, потому что я сейчас как бы немножечко приболела, и мне желательно просто отдыхать, лежать и набираться сил, чтобы побыстрее выздороветь. Всем доброе утро, я уже проснулась. Только вот, можно сказать, проснулась минут 10 назад и сразу начала снимать вам влог. Сейчас я буду завтракать. Вот сегодня у меня будут на завтрак бутерброды и чай. Вот, возможно, сделаю себе горячие бутерброды. Я, кстати, очень люблю горячие бутерброды. Просто хлеб, там масло можно, либо можно без масла, если горячие. Колбаса и сыр. И еще, ребята, знаете, что я поняла? То, что остался месяц каникул. Месяц. И все, потом будет опять школа, опять уроки, опять вот это вот все. Но на самом деле осень и зиму я люблю. И весну я все как бы люблю. Я люблю, когда вот всего в меру. Поэтому, знаете, когда вот я слышу, кто-то говорит, там вот я хочу, чтобы всегда было лето. Или там я хочу, чтобы всегда была зима, то есть холодно, да, либо всегда была жарко. Я так не люблю. Я люблю, чтобы все вот было в меру. Чуть-чуть зимы, чуть-чуть более тепло во времени, то есть весна. И чуть-чуть жаркого, потом опять более прохладно, потом опять зима. Вот так вот я люблю. Сейчас еще планирую вернуться к йоге, потому что пока я была в лагере, пока ко мне приезжала Настя,
Можно сказать, что целый июль я вообще не занималась йогой. Вот, я хочу вернуться, но для меня это, знаете, вот как в Инстаграм. Ты выходишь каждый день, там что-то снимаешь, 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 потом ты пропадаешь на 2 дня, и тебе уже тяжело вернуться. А, и так же самое с йогой, ну, с любым делом, мне кажется, точно так же. То есть ты занимался чуть ли не каждый день, а потом ты бац, пропал на месяц, и все. И потом ты не можешь, ну, ты можешь вернуться, но это очень тяжело, поэтому я буду пытаться пробовать вернуться. У нас, кстати, очень даже похолодало. Например, ну как похолодало? Ну, ощущается это просто так, будто бы похолодало. Объясню, как примерно это ощущается. Было 37, а сейчас там 21-20. Но это как бы ощущается, когда было 37, считаешь, что 2 недели, ты уже там привык, да, то есть уже какие-то способы там придумал, чтобы как-то охлаждаться в течение дня, и потом такой бац, и 20. Вот, ночью было вообще холодно. Я проснулась где-то в 4:20, и было прям вообще холодно. Вот, ну, уже, в принципе, август, почти август, еще не август, но почти. Поэтому, не знаю. Я, кстати, вчера расчертила свой дневник до октября, вот, поэтому, до середины октября, вот, поэтому сегодня я вам его покажу, он просто сейчас нанизу, а я наверху, я сейчас не хочу опять спускаться, подниматься, поэтому немножечко позже я вам его покажу. Все делала так же точно, как и в прошлом году. Просто почему я сделала до середины октября? Потому что я не знаю, какого числа у нас будут в этом году начинаться осенние каникулы. В прошлом году, по-моему, были 25 октября. Вот, в общем, я не знаю, могут раньше, могут начаться, могут позже начаться. Вот поэтому лучше я не буду сейчас ничего писать, лучше потом, когда уже будет известно, я допишу. Так, ну что, ребят, я купила себе тетрадочку. Вот такая она красивенькая. Написала уже дневник 9Б, потому что я в 9 классе. Кто не помнит, кто не знает, возможно. Вот, как вы знаете, я очень люблю животных, поэтому эта собачка мне нравится. И вот как я расчерчиваю свой дневник. Я так делала уже 2-й год подряд. И мне так намного удобнее, реально. Вот здесь я еще пишу свои какие-то дела. Например, в 2 столбика, либо в 1. Мне это очень удобно, потому что все в одной тетрадке, все в одном дневнике. Пока что пишу везде 8, потому что еще расписания нету, еще не знаю точно, но точно знаю, что больше 8 не будет 100%. Вот. Понедельник там, 7 октября и так далее. Вот так вот пишу. Здесь как бы пропускаю 2 дня.